Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Нагая, 14. Произошло падение человека с высоты. О произошедшем в полицию сообщили жители дома. По предварительной информации, человек выбросился с 10 этажа. На месте работала следственная оперативная группа. По факту трагедии проводится проверка. Тольяттинец присвоил оставленные в банкомате 100 тысяч рублей. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с ее счета списалось более 100 тысяч рублей. Накануне она хотела снять деньги через автомат в торговом центре, но ушла, не дождавшись окончания операции. Через некоторое время ей пришло оповещение, что деньги были выданы через банкомат. По записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции составили ориентировочный портрет мужчины, который забрал средства. Его приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, с короткой стрижкой, темными волосами, рост около 175 сантиметров. Если вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просьба сообщить информацию по единому номеру 102. В апреле сотрудники ГИБДД Тольятти проведут 6 рейдов на дорогах города. 23 апреля будет рейд по контролю за применением детских удерживающих устройств. 24 апреля на пешеходных переходах. 25 апреля состоится рейд по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. 25 апреля рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями такси. 26 апреля по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспортных средств. И 30 апреля будет рейд по контролю за осуществлением пассажирских перевозок с применением группового несения службы. С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Данные меры предприняты в рамках проекта «Экология». В указанный период на территории лесных массивов запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах будет ограничиваться их посещение. В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу по единому номеру 101.